В Германии могут ввести отпуск по уходу за внуками. Такое предложение внесла министр по делам семьи Кристина Шрёдер. По ее мнению, работающие немецкие бабушки и дедушки должны иметь право уходить в трехлетний отпуск, если они желают ухаживать за внуками. Сейчас такая возможность предоставляется пенсионерам только в отдельных случаях, к примеру, если молодые родители продолжают образование или из-за недостатка мест в детских садах.